Всем привет, это Агрокурьер. Ну что, настало время поголовной идентификации. Промаркируют все живое на селе. Коров, коз, кур и даже пчел. В России вступили в силу новые ветеринарные правила. Как будут выдавать серию и номер паспорта сельскохозяйственной живности, выясним в этом выпуске. Все новое зачастую вызывает скепсис и консервативное недоверие. А что, а как, а зачем это? Постараемся объяснить нововведение на примере одного из хозяйств Самарской области, которое, кстати, по собственной инициативе решило опробировать новые бирки и узнать изменения в правилах. Сотни телят голштинской породы хранят всю свою племенную родословную на этих бирках. Почти как у человека. Серия, номер паспорта, кем выдан. Данные фиксируются не только на ушках, но и в электронной системе хозяйства. Биркование здесь начали 10 лет назад, и плюсы от этой процедуры животноводы уже заметили. Мы приехали в Хворостянский район, где работает один из племенных репродукторов по выращиванию голштинской породы молочного скота. Надои на комплексе одни из самых высоких в Самарской области. В среднем составляют 33 килограмма на дойную корову. Это, по словам специалистов, идеальный показатель, который позволяет сохранить здоровье животного и получать прибыль. Наш Шукачук, коротко о вашем хозяйстве. Оно одно из топовых в области и по надоям, и по качеству молока. Расскажите, сколько у вас вообще всего поголовья и как работа ведется? У хозяйства две площадки. На одной площадке 502 дойные, на второй 200. 702 дойные сейчас у нас. Доим мы сейчас 33 литра на дойную корову. Работа ведется нормально, я считаю. Вот по условиям содержания была проведена какая-то реконструкция, может быть? Реконструкция. Поменяли тяговое устройство на скреперном хозяйстве. Заводим сейчас горячую и холодную воду на поилке. Лето еще впереди, будем еще заниматься, что-то делать. Ну и главное, кормовая база. Вот как? Ну, кормовая база, кормами мы сами себя обеспечиваем полностью, в полном объеме. Докупаем только шрота, белковые такие добавки, примикс, остальное все наше свое. Ну, можно сказать, из чего состоит рацион? Силос, это кукурузный силос, синаш, это зима и рожь. По показателям, так как лето было засушливо, чуть-чуть они хуже, чем в прошлом году, но все равно, если держатся надой, такие, значит, все хорошо. Статные молочные стахановки-кормилицы в одном корпусе, а детсад в другом. Дети всегда приковывают взгляд своей непосредственной чистотой. Содержат их тут в специальных домиках. А домики? Почему домики? Что в них такого интересного? Холодный метод содержания? Да не то, что холодный метод содержания. Просто здесь вот в домиках основная подстилка внутри домика, а здесь они как бы на жесткой подстилке для того, чтобы сформировалось копыто правильно. Домики, это же можно все переделать, можно и открытые домики делать. В принципе, здесь можно и открытые сделать. Ну и самый важный вопрос, почему мы сегодня выбрали ваше хозяйство площадкой. С 1 марта новые ветеринарные правила, но вам они, наверное, давно уже знакомы. Чипированием или биркованием вы занимаетесь насколько давно? Ну, биркование, это все равно, это с 2014 года я здесь уже тогда начали бирковать. Просто в этом году вводится новый формат, насколько я понял, этих бирок. Для вас это плюс, минус? Ну, учет. Учет, наверное, будет лучше учет и все. А так у нас все равно все. Это еще же программа какая-то. Сейчас я до конца еще не разобрался. Просто туда все скидывается и все. Польза от этого вот? Я думаю, будет, потому что это, ну, все будут знать. Никаких приписок, никаких этих не будет. Я думаю, так. Говоря о молодом племени, просто невозможно обойти стороной и молодых специалистов, которые считают сельское хозяйство престижной отраслью и с подкупающим энтузиазмом заботятся о телятах. Одна из них – Анастасия Рогожкина. Я отучилась в Сергиевском колледже, техникуме. Закончила на ветфельдшера, сразу поступила в СХИ на первый курс. Сейчас обучаюсь на третьем курсе в СХИ, получаю высшее образование. Приехала сразу после техникума сюда. На практику? Не, сразу работать. Какие здесь условия, как ты считаешь? Условия здесь для работы очень отличные. То есть всем помогают, если нужна какая-то помощь. Помогают дальше повышать квалификацию. Помогают с проживанием, если нужно, с питанием помогают. То есть для специалистов здесь абсолютно все условия
достаточно хорошие. Какие твои обязанности, что нового ты здесь, вот как практические знания какие? Ну, обучение по кормлению, обучили осеменению, сейчас обучают потихоньку УЗИ, также и ветеринарные навыки тоже очень хорошо повысили. То есть полностью все подразделение очень такое насыщенное. Как ведется здесь селекционно-племенная работа? Условия содержания, все, чтобы было как можно чище, суше, осеменение только по подзакреплению быков, чтобы не было никаких ошибок, быки все, которые под коров, осеменение настолько искусственное. Вот мы с тобой смотрим, вот молодняк, да? Угу. Радует тебя глаз? Ну, в принципе, да, но еще бы их нам бы их еще разделить по возрасту, и было бы отлично. Это впереди. Это все впереди, и все над этим работаем. Вот телята, вот, вот как и руководство сказало, что это самая главная такая ценность, да, да, хозяйства. Конечно. Как следить, чтобы телята росли здоровыми, крепкими? Это контроль выпайки телят. Это в первую очередь принятие отела, преждевременная выпайка молозива, качественным молозивом. Все у нас это ведется на видеофиксацию, это все ведется журналы у нас, чтобы все было от А до Я выполнено. Помимо человеческого догляда, есть в хозяйстве и, собственно, электронная система контроля и учета каждого жителя фермы. Тебя теперь все знают и могут проверить, как ты растешь, сколько ты молока дашь или мясца. Да, красавчик? Так, рожденный 26 сентября 23 года. То есть ему сейчас уже больше полугода. Ну, в общем, по этой системе можно даже понять. Телочка, ее пол, возраст. Сколько молока даст. Все ее перемещение, если она племенная, ее продадут в другое хозяйство. Все это будет учтено. Уже учтено вот на этой бирке. А еще с новой биркой. Она будет в единой федеральной системе. Мы уже привыкли к системе маркировки и к системе прослеживаемости товаров. Ведь без штрих-кода нам ни один продукт в магазине не продадут. А теперь такая маркировка должна появиться и у сельскохозяйственных животных. Причем у всех. В перспективе даже у рыб и пчел. И это уже не рекомендация, а обязанность. Таковы новые ветеринарные правила, которые вступили в силу с 1 марта этого года. На бирке хозяйства 5 цифр. По маркировке специалисты знают пол и видят все этапы развития племенного животного. Но есть одно «но». Такие же номера могут быть у поголовья на предприятиях из других регионов. И в единой системе может возникнуть путаница. Чтобы избежать раздвоения личности животных, теперь каждому присвоят уникальные буквенно-цифровые номера. Что же изменилось в работе нашего комплекса после вступления в силу 882-го приказа Министерства сельского хозяйства Российской Федерации? В принципе, по большому счету, особо ничего не изменилось. Мы также вешаем на левое и на правое ухо нашим телочкам бирку. Единственное маленькое уточнение какое, что теперь на бирке указывается не только технологический номер, по которому мы работаем, а еще и 11-значный номер Россельхознадзора. И, в общем-то, все это происходит быстро, четко и в течение 30 дней после рождения номер, который здесь находится на этой бирке, он выдан заранее структурой Россельхознадзора через нашу Хворостянскую РСББЖ, вносится в систему Хариот. И мы сейчас с вами видим, вот сейчас эта телочка, у нее на правом и на левом ухе бирка уже с новыми требованиями, которые сейчас вступили в силу. Чуть дальше можно посмотреть на бычка. Там, значит, мы вешаем такую бирку большую, а маленькую, но тоже с номером Россельхознадзора. Почему? Потому что мы экономим деньги наши, и такая бирка, она качественная, но она более дорогая. Бычок, поскольку у нас пойдет на откорм, у нас нет таких жестких требований, как телки, чтобы бирка не стерлась, не сломалась и как можно дольше находилась на ухе нашей коровы-первотелки. Вот как вы сами считаете, вот такой вот системный учет, для чего он, особенно, может быть, для племенных хозяйств, как вы?
Знаете, я думаю, что мы очень, вся наше профессиональное сообщество животноводческой Российской Федерации ждали вступления в силу этого приказа. Считаем, что он очень своевременен и нужен. Прежде всего, почему? Это необходимо для более четкой прослеживаемости перемещения животных на территории Российской Федерации между субъектами. Такой штрих-код будет действителен в течение всей жизни животного. Повторный учет запрещен. В единой отечественной системе будет содержаться информация о биологическом виде и породе, средстве маркировки, месте содержания, данные владельца. Идентификация сельскохозяйственных животных обязательна для всех категорий хозяйствования. И сейчас вот существуют способы маркировки. Как вы будете вообще взаимодействовать и на кого распространяется? Распространяется на всех владельцев сельскохозяйственных животных. Способов маркировки очень много. Это и чипы, и бирки, и ошейники. То есть сам собственник своего животного выбирает на свое усмотрение, чем он будет чипировать животное. А к 1 сентября 2024 года мы обязаны промаркировать весь крупный рогатый скот. Это обязательное требование. На данный момент мы используем вот такие ушные бирки. На них наносится индивидуальный номер, буквенно-цифровой, присваиваемый Россельхознадзором, и штрих-код. Штрих-код потом можно будет считывать и видеть. Его можно будет считывать, да, он будет подавать карточку животного. А именно, это позволит нам отслеживать все сведения о животном. Происхождение животного, перемещение, смену владельца животного и, соответственно, даст нам полную картину о животном. Вы готовы? Ветеринарная служба Самарской области полностью обеспечена всем необходимым. Мы ко всему уже готовы, мы уже данную работу проводим. Оказываем полные консультации частникам, владельцам животных. Поэтому обращайтесь, ждем вас на ветеринарных станциях по борьбе с болезнями животных по месту нахождения ваших животных. Еще момент такой. Ну вот уже может быть за кадром, а может быть не за кадром. Как пойдет? А готово ли население к такому? Сейчас такой будет промежуток времени, да, когда будут, наверное, и убедить, ну, то есть работы по убеждению, хотя оно обязательное уже, да? Население у нас воспринимает всю новизну, конечно, с осторожностью, да, многие думают, а зачем мне это надо, я жил без этого, смогу и дальше прожить, но как бы я хотела все-таки отметить, что это обязательно, потому что в случае вспышек особо опасных заболеваний компенсация за отчуждение скота будет только за учтенный скот. Об этом необходимо помнить. Какие телефоны? Куда можно обращаться? Во все СББЖ, в районное управление сельского хозяйства, или телефоны в области, вот куда можно звонить за подробностями? Все телефоны у нас указаны на официальном сайте ГБУ Самарское ветеринарное объединение, а также есть список контактов по всем ветеринарным станциям. Маркировка – это еще и порядок в отрасли. Она поможет оперативно отслеживать здоровье животных и контролировать передвижение продукции от фермы до прилавка. В целом, в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах нам предстоит порядка 143 тысяч голов учесть. Если говорить с точки зрения эпизоотии и ветеринарного законодательства, выполняются две цели – это предотвращение распространения заразных болезней и выявление путей и источников, соответственно, распространения. Это учет поголовья и движение подконтрольной продукции, соответственно. В селекции, в частности, молочном и мясном животноводстве, это полезный инструмент, который будет способствовать улучшению процессов учета, соответственно, отбора, подбора и, самое главное, это оценки быков-производителей. По мнению ветеринаров, введение в силу нового закона никак не повлияет на работу сельхозпредприятий. Скот там, по большей части, уже идентифицирован. Остается убедить небольших фермеров и владельцев ЛПХ. Доводы о компенсации в случае возникновения каких-то заболеваний тут более чем убедительные.